If we have desire to serve, Krishna will fulfill it. But how to get this desire and how to develop the desire to serve? Taste. First, become liberated. Чтобы получить вкус к служению, нужно сначала получить освобождение, стать освобожденным. First, we have to become liberated from the material concept of life. Сначала нужно стать освобожденным от материального представления о жизни. We can't taste material life. Мы не сможем ощущать вкус материальной жизни. We can't try to taste material life and taste spiritual life at the same time. В таком случае, но если мы пытаемся одновременно оставить вкус к материальной жизни и пытаться пробовать вкус духовной жизни, so we have to engage whatever we have in Krishna's service. То это будет невозможно. Нам нужно занимать все, что у нас есть в служении Кришне. And the more we engage whatever we have in Krishna's service, и чем больше мы занимаем все, что нам принадлежит в служении Кришне, the more we'll get free from material taste. Тем больше мы будем освобождаться от вкуса к материальному. And then when our mind becomes peaceful, и тогда ум успокоится. When it's no longer hankering, lamenting over material taste. И в нем не будет уже этой жажды к материальному вкусу и страданий. We'll begin to experience spiritual taste. Тогда мы начнем ощущать духовный вкус.